этот запрос. В чем дело, мама? Ты ответь. Это не наша система. Сканируй. Глазам не верю. Свяжись с управлением. Это коммерческий буксировщик Нострома. Нашла нас. Мы рядом с Дзета-2, в созвездии сетки, вне нашей системы. Не может такого быть. Какого черта мы тут? Не знаю. О чем это ты говоришь? Это не наша система. Я в курсе. Слушай, а они ведь тут не бывают. Хотя основная работа тут, да? Потому мы и получаем 2 раза меньше. Наше время, их время. Так они считают. Но послушай. Все как всегда. Знаешь, почему никто из них сюда не ходит? Это из-за тебя. Ты пустое место. Да, я все понимаю. Послушай. Ну, где же они? Все собрались. Это вообще-то мое место, нет? Да, конечно. Спасибо. Прости. Да ладно. Ну, в чем дело? Ну, вы уже могли догадаться, что мы не дома, мы на полпути. Что? Мама решила изменить нашу жизнь. Как? Ну, она делает это при определенных условиях. Каких условиях? Похоже, она перехватила неизвестный нам сигнал, и мы должны его пройти. Перехватила сигнал? Здесь? Да. Какого рода этот сигнал? Звуковой маяк. Он идет с интервалом 12 секунд. СОС? Я не знаю. Это люди? Я не знаю. Так что? Не хочу вмешиваться, но мы коммерсанты, а не спасатели. Верно. Нет в моем контракте таких заданий. И что здесь? Если дадите денег, я с радостью помогу. Он прав. И что с премией? У нас конечно, давайте поговорим о премии. Давайте лучше о премии. Не хочу слушать. Я хочу домой и гулять. Макер, послушай его. Планетоид. 1200 километров. Какая крошка. Есть вращение.
почти два часа. Что с гравитацией? 0,86. Можно глянуть. Модуляторы заряжены. Поля в фокусе. ЭОР на месте. Состояние двигателя. Норма. Рабочий режим. Включение амортизаторов. Держитесь, будет легкий бал. Да что там еще за черт? Напряжение упало в третьем блоке. Мы могли потерять щит. Все по плану. Приборы работают в допустимом режиме. Четкий ответ. Корпус пробит? Я не вижу давления, не падает.
Мы не можем тут устранить неполадки. Нам нужно перенаправить все кабели, а это очень серьезная работа. Что еще? Несколько блоков сгорели, и нам нужно вычистить все и установить заново. Слушай, а нам вообще... Скажи, 17 часов. Где-то часов 25. Точно. Какого черта и тут надо? Проходи. Тише, пусть держится подальше. Вот еще не хватало. Интересно, что она там уже делает, когда придет. Оружие. Я ни черта не вижу.
Ладно. Идем на вторую позицию. Что тут? Пошли-ка отсюда. Сейчас пришли, закончим. Идем вперед. Можете повторить?